Есть чему поучиться. Паводки позади, однако с наступлением тепла у сотрудников МЧС появился новый враг – пожары. Во вторник в Фурмановском районе прошла масштабная отработка действий в случае разгула огненной стихии. Сегодня мы проводим совместные учения на местности. Отрабатываем достаточно распространенную возможность. Это пал сухой травы недалеко от населенного пункта и недалеко от границы лесного участка. По легенде учений, из-за безответственных отдыхающих загорелась сухая трава. Огонь распространяется быстро. Есть опасность для близлежащих населенных пунктов. Первым делом на место происшествия вылетел самолет Минобороны. Сверху выявляют очаги возгорания, после чего за дело принимаются огнеборцы. Задача первая – не допустить жертв среди местных жителей. С этой целью население близлежащего села эвакуируют в безопасное место. Вторая задача – не позволить огню распространиться на лесной массив. Делают это при помощи взрыва. Мы производили минерализованную паузу, то есть увеличивали разрыв между пожаром и, значит, той частью леса, которая не горела. Чтобы оградить лес от огненного поля, спасатели используют ТЛП – трактор лесопожарный. Он пропахивает землю, через эту линию огонь не перекинется. Тушат пожар в основном по старинке при помощи воды, но на этот раз необычный способ ее подачи – распыление. Образуется что-то вроде пара – все для того, чтобы обработать наибольшую площадь. Тушение паром производится в тех участках, где, во-первых, нет, ну, есть недостаток воды. То есть тушение данного вида предназначено для именно тех мест, где есть у нас недостаток воды. То есть снижается интенсивность подачи воды практически в разы. Но если брать обыкновенную машину с этой системой Хиромакс, то интенсивность подачи воды снижается практически в два раза. Что увеличивает, во-первых, время работы и увеличивает площадь, который может обработать данным автомобилем. Общими силами с условным огнем удается справиться, но пожарные знают, в реальности такого ЧП лучше всеми способами избегать. Сотрудники МЧС работают в этом направлении. Мы активно работаем силами и государственной противопожарной службы, и взаимодействуем с муниципальными образованиями по недопущению данных палов. А также силами государственного пожарного надзора выявляются собственники, арендаторы, землепользователи. Проводятся проверки и возбуждаются дела в административных правонарушениях по недопущению загорания растительности и неправильного пользования земельными участками. Работу в этом отношении ведем достаточно активную. Ориентировочно с 29 апреля на территории региона будет введен особый противопожарный режим. Разведение любых костров в такое время запрещено, а посещение лесов ограничено. Наталья Гутарина, Андрей Семенолков, РТВ Иванова, Фурмановский район.